обнаружить. Дорогие друзья, всем привет, с вами Косида, я Совпатидрю, и со мной сегодня Гейминг Хедер, поздоровайся. Здравствуйте. Короче, друзья, сегодня мы будем апать 500 трофеев на моем новом аккаунте и забирать все награды. Не знаю, сколько будет ролик идти, возможно, я его смонтирую. Короче, друзья, поехали в бой. Я смонтирую. Я могу и сам. Поехали все-таки, но... Уже устройство поновее, новое, и поэтому тут все будет получше монтироваться. 40 упаси, Дрю, один вопрос. Да. Зачем тебе 128 гигабайт памяти? Ну не знаю, для игр, для всего. Мне надо. Спорим, за этот год ты не займешь эти все 128 гигабайт. Ну не займу, но все равно, типа, на всякий случай, чтобы если что ролики сохранять, потому что у меня была такая проблема, то что у меня оставалось только 4 гигабайта на телефоне, и мне ролики я не мог сохранять, то есть я не мог их выложить, я должен был их сохранить, и мне надо было еще один ролик снять, а у меня ролик должен был сохраниться, то есть у меня, я его выложить, то есть не мог, то есть я выложить не мог, ну потому что там... Я там, ну, то есть, не мог, потому что мне там надо было что-то там сделать. Не помню, короче. А мне надо еще один ролик записать, поэтому такая беда была. Потому что вдруг он удалится там, а мне надо его оставить, чтобы вдруг перезалить, типа, на всякий случай. А сейчас у меня такой проблемы не будет, потому что 128 гигабайт, типа, много. Я могу записывать... Я говорю 128, потому что я могу записывать ролики. Я могу записать ролик... Знаешь, на своем телефоне сколько он будет длиться? 28 часов. 28 часов. И займется вся память. А мне этого 128 гигабайт это вообще много, потому что тем более я всегда так ролик удаляю, но... А на всякий случай, типа, ну пускай будет, типа, почему бы и нет. Так, ну пока мы там разговариваем, кстати, мы что-то про... телефон... Xiaomi Redmi Note 8 Pro 28 гигабайт. Угу. Я думаю, многие знают, потому что я говорила. Так, ну ладно, можешь умирать уже. Нормально. Ты можешь умирать. Все. Так, 15% на телефоне. Ну окей, я потом зарядочку поставлю, пацаны. Короче, 15% я думаю еще выдержит весь ролик. Так, плюс 7 трофеев, нажимаю играть снова. Фу, пацаны, в этом ролике прям все награды, просто смотреть до конца, пацаны. Первое открытие на этом аккаунте, первое, просто смотреть до конца, пацаны. А вдруг выпадет легендарочка, а вы не знаете, поэтому смотреть до конца. А такое может быть, кстати, что Лего выпадет, такое может быть. Потому что, хотя нет, хотя я не знаю, но может, по идее, быть. Потому что у меня хотя бы, типа, если у меня хотя бы... Хотя нет, не знаю, типа, наверное, надо там, чтобы хотя бы минимум 3 редких было, один сверхредкий. Хотя, ладно, пацаны, хз, потому что я буду на этот аккаунт, возможно, донатить, но я не знаю, типа, да или нет. Ну, вряд ли, потому что, типа, донатить на АК, возможно, без доната. Посмотрим, короче, возможно, какие-нибудь акции, там, плюшки, там, за 150 рублей мегаящика, 80 гемов. Ну, теперь сейчас золото дают какое-нибудь, может, такую акцию куплю. Почему бы и нет, потому что, ну, типа, дешево, и почему бы и нет, типа, мегаящиком себя не побаловать. Поэтому, не, сейчас не уверен еще точно. Так, убивай! Ты что так встал, как будто тебя не видно, типа, да? Убей, убей. Все, не забирай, не забирай, не забирай, не забирай, не забирай, не забирай, не надо. Подожди меня. Нет, я сам соберу. Ну зачем ты? Гейминг Хедер, зачем ты забрал банк? Я сам соберу. Ну ладно, до банка ничем не помешает. Блин, ну мы нормально кстати апаемся, скажи, да? С роботом легко играть. Сейчас Гейминг Хедер походу кушает. Не будем его отвлекать, да? Убиваешь. Ну все, минус, короче, Нита. Топ-1. Вообще на изях как-то идем. Чтобы не угадить, потому что не хочу. Не хочу бомбежки. Ваш звонок защищен. Как защищен звонок? Мне все равно. Так, выйти. Сколько нам остается? Нам остается 24 кубка. Поехали. Короче, дорогие зрители, я могу вам сказать одну важную деталь. Какую? Я с тобой люблю бомбить. Я обещаю,
что я запитываю все эти маты. Да не, ну я не, я хочу по угару типа бомбежный ролик делать. Ну, если он будет бомбежным. Да. Что на телефон? Два кольта. Три кольта. С одинаковыми скинами, как у меня. Я бы четыре на себя считай. Да. Четыре кольта в одинаковых скинах. Это... просто. О, три команды, пацаны, пацаны, это просто, я не знаю, пацаны, это пушка, это реально. Ой, пацаны, сорян, там запал, что ли? Ролик, я буду скорбить этот ролик, лучше её, типа, Кольт, Шелли, на вот такой-то карте лучшая тема. А, кстати, можешь такой превью сделать. Хотя нет, я превью другое сделаю. Я уже знаю, какое превью сделаю. Угу, как я не умру, так не 12 банок. Ну еще можно выжить, еще можно занять позицию и выиграть. Но тут надо убегать пока. Ну, в любом случае, ШД это ШД. Ну да. Остаемся 1-1. Так, ну все, это минус Джесси, короче, пацаны, это минус Джесси. Топ-1, да, мы заняли нормальную позицию и выиграли. Че, 6 минут только ролик идет. Поехали еще. Все, плюс 9 кубков. Наконец-таки я могу в ШД поиграть, наконец-таки. А то я не мог поиграть. А знаете, почему я не мог поиграть? Потому что у меня не открыто оно. А когда я играл, там, например, с Жорой, там, ну знаешь, да? С друзьям, короче, я мог. Или когда я с геймкадром играл. Нажимай. Блин, погоди. Нажимай. Что ты делаешь? Сейчас, секундочку, у меня загружается. Блин. Чё ты мне какое-то уведомление приходится? Пам, одноклассница поздравила с днем рождения. И какие-то смайлик отправляет. Типа, я ей написал спасибо. Ну, короче, забейте, пацаны. Так, так, надо. Ты попал. А, гемы в Brawl Stars. Так, 15 кубов, друзья, остается. Если вы не слышали, убей его. Молодец. Ой, пацаны, 15 трофеев. Ой, скоро шли на 500, но не в этом ролике. В этом ролике... Мне самое главное 500 кубков взять вообще на... Сейчас. А 500 кубков на Шелли я еще апну сегодня, но попозже. И, кстати... Мы сегодня с Геймингхедером будет ролик про чемпионат на этом аккаунте. Ой, пацаны, мы будем в чемпионат играть. А знаете как? У меня 800 нету, а у него-то на Геймингхедере 1300. И он еще ни разу не играл с ним, пацаны. Таран. Не знаю, что за дичь. И он еще ни разу не играл в этот чемпионат на этом аккаунте. И сегодня мы поиграем, запишем с ним ролик. Не знаю, что за помеха. Он опять... Да потому что меня в этот ВК бесит. Почему соединяемся? Ну, потому что в этом телефоне, который мне сейчас с ним разговаривали, симки нет, я по телефону звонить не могу, чтобы мы нормально общались, блин. Поэтому такая дичь. Я ему сейчас постараюсь позвонить после этой катки, надеюсь, он возьмет. Надеюсь, он возьмет после этой катки и трубку. Иди нахер! Пацаны, иди, пошел он нахер, ну ты. Что он делает? Так. Тихо, живем, пацаны, живем. Не знаю, что за помехи. ХЗ. Так, убей. Просто топ-1, пацаны, найс. Все, я звоню брату. Все, он должен взять. Поехали. Да, ну я сейчас вылетел в группу, потому что я ему позвонил, у меня сейчас экран качания, да, я понял. Так. Чего не берет-то? А, вот, наконец-таки пошел звонок. Он бесит реально такой, что за вещь? Мы уже должны, типа, оповестить об этом, блин. 6 кубков, друзья, остается. Не, подожди, еще не готово. Ты должен сначала взять трубку. Давай, возьми.
Гейминг-хэд раздевается? Нет, ну не объясните просто. Я ему звоню уже. Да вы... Алло. 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 Алло, алло. Да, все хорошо. Чё вот меня бесит, что этот ВК лагает? Мы в натуре, пацаны. Вот реально бесит лагать. Мне приходится перезванивать гейминг-хэдеру, а гейминг-хэдер еще не берет. Блин, я тебе уже второй раз звоню. А, ты что стоишь? Алло. Убил Брау Старса. Почему? Чтоб тебе позвонить. Я тебе позвонил. Ну и просто. Ну бывает, что в чем дело? Ну бывает, конечно, но все равно типа. Телефон умирает. Чё? Телефон просто минут умирает, ясно? Угу. Сейчас. Мистер Пи бесит. Так. Просто... Последняя катка, пацаны. Тихо, не облажаться, главное. Так. Ну, а, нет, плохо. Сейчас главное топ-2 хотя бы занять, и все. Мы это апнули, пацаны, давайте топ-2, и все. Да что за дичь? Пацаны, меня это бесит. Что происходит, а? Что происходит, мне объясните просто. Что происходит, а? Ну, а что происходит, а? А, просто, а вы почему такое? У него спустя день, я не знаю. Что за дичь происходит какая-то сегодня? Куда ты в яд-то идешь? Я понимаю, лаги, но... Что у меня в яд-то? Душели, убей! У тебя 120 банок, я из тебя ору просто. Что ты творишь? Все, на СТ-2. Но не помешало бы взять и топ-1. Ну, блин, гейминг-хэдер умер. Очень минус, он умер. Короче, давайте я ему позвоню. А если он возьмет сейчас? Ну он мне сейчас, он тоже сейчас вышел, чтобы мне позвонить. И подожди, он еще сейчас возьмет. Лицо ровно. А, нет, неровно, но... Да почему ты не делаешь этот скрин? Как меня бесят скрины на Xiaomi, их надо долго делать. Ну возьми трубку, я тебе звоню! Зачем ты выходишь, чтобы мне позвонить? Я тебе звоню. Мы просто люди. Так, ну все, мапнули 500. Что ты он делает? А ну что он трубку взять не может? Что делает гейминг? Зачем ты вышел? Я ж тебе позвонил, я тебе позвоню. Не выходи больше, я тебе буду теперь звонить, паука. Если будет такой. Все, мапнули 500, короче. Фух, алло, ты тут? Алло? Гейминг-хэдер. Я не понимаю, что у него не так. Но мы, короче, сфоткали. Так, оп. Все, я буду без него ролики записывать. Я не знаю, что у него там не так. Просто мне это бесит, а ты весь день у него так. Он пердит, что-то я не знаю, что происходит. Весь день что-то так. Ну не надо мне звонить, теперь твой номер спалился мне. Пипец просто. Все, теперь его номер спалился, мне все равно, я этот ролик буду выкладывать. Я не знаю, что я его монтировать не буду. Постоянно просто. Я сказал, не надо звонить. Все, пацаны, апнули 500. Собираем награды. А это будет в отдельном выпуске. А вот так вот, пацаны. А в отдельном выпуске мы заберем награды. Все, пацаны, спасибо за просмотр. Вот так вот, в отдельном выпуске заберем награды. Что поделать, увы. Вот так вот, такой вот неожиданный поворот событий.